Сегодня опять пятница, две недели прошли. Продолжаем читать Фазиля Искандера «Созвездие Козлатура». Мы подошли к ферме. Рядом с большим пустым коровником был расположен летний загон, отгороженный плетнем. К нему примыкал загон поменьше. Там и сидел Козлатур. Мы подошли к загону, я с любопытством стал оглядывать знаменитое животное. Козлатур сидел под легким брезентовым навесом. Увидев нас, он перестал жевать жвачку и уставился розовыми, немигающими глазами. Потом он встал и потянулся, выпятив мощную грудь. Это было действительно довольно крупное животное с непомерно тяжелыми рогами, по форме напоминавшими хорошо выращенные казацкие усы. Он себя хорошо чувствует, только наших коз не любит, сказал председатель. Как не любит? Не гуляет, пояснил председатель. У нас климат влажный. Он привык к горам. А вы что его, огурцами кормите? Спросил я и испугался, вспомнив, что про огурцы он говорил по-абхазски. Но председатель, слава богу, ничего не заметил. Что вы, сказал он, мы ему даем полный рацион. Огурцы это... проходит как местная инициатива. Председатель просунул руку в загон и поманил Козлатура. Козлатур теперь уставился на его руку и стоял неподвижно, как изваяние. Подъехал шофер. Он вышел из машины с плотно оттопыренными карманами. Агроном опустился под изгородью загона и тут же задремал в ее короткой тени. Председатель взял у шофера огурец и вытянул руку над забором. Козлатур встрепенулся и уставился на огурец. Потом он медленно, как загипнотизированный, двинулся на него. Когда он вплотную подошел к изгороди, председатель поднял руку так, чтобы Козлатур не смог достать огурец с той стороны. Козлатур привстал на задние ноги и, упершись передними в изгородь, вытянул шею. Но председатель еще выше поднял огурец. Тогда Козлатур одним легким звериным рывком перебросился через изгородь и чуть не свалился на голову агронома. Тот слегка приоткрыл глаза и снова задремал. «Исключительная прыгучесть важна», – сказал председатель и отдал огурец Козлатуру. Тот завозился над ним, выскалив большие желтые резцы. Он возился с ним с таким же нервным нетерпением, с каким кошка возится с пузырьком из-под валерьянки.
«Зайди теперь с той стороны», — сказал председатель шоферу. Валико, кряхтя, стал перелезать через изгородь. Из кармана у него посыпались огурцы. Козлатур ринулся было к ним, но председатель отогнал его и поднял их. Шофер с той стороны загона поманил Козлатура огурцом. Председатель подал мне один огурец и надкусил другой, слегка обтерев его рукав. «Весь скот у нас на альпийских лугах», – сказал председатель, чмокая огурцом. «Для него оставили 10 лучших коз, но ничего не получается». Козлатур опять стал передними ногами на изгородь и, не дотянувшись до огурца, еще более великолепным прыжком перебросился в загон. Шофер поднял над головой огурец. Козлатур замер перед ним, глядя на огурец розовыми дикими глазами. Потом подпрыгнул и, выдернув из руки шофера огурец, рухнул на землю. «Чуть пальцы не отгрыз», — сказал шофер, и, вынув из кармана еще один огурец, надкусил его. Теперь все мы ели по огурцу, кроме агронома. Он все еще дремал, прислонившись к изгороди. «Эй!» – крикнул председатель. «Может, очнешься?» И бросил ему огурец. Агроном открыл глаза и взял огурец, лениво очистил его о свой полотняный китель, но, не дотянув до рта, почему-то передумал есть и вложил огурец в карман кителя. Снова задремал. К загону подошли девочка и мальчик, лет по 8. Девочка, как ребенка, держала на руке большой свежий кукурузный початок в зеленой кожуре с еще не высохшей косичкой. «Сейчас Козлатур будет драться», — сказал мальчик. «Пойдем домой», — сказала девочка. «Посмотрим, как будет драться, а потом пойдем», — сказал мальчик рассудительно. «Попробуй впусти коз», — сказал председатель. Шофер пересек загон и, открыв дверку, плетенку, вошел в большой загон. Я только теперь заметил, что в углу загона, сбившись в кучу, дремали козы. «Хейт! Хейт!» – прикрикнул на них Валико и стал сгонять с места. Козы неохотно поднялись. Козлатур тревожно вздернул голову и стал принюхиваться к тому, что происходит в загоне. «Понимает», – сказал председатель восхищенно. «Хейт, хейт!» – сгонял коз Валико, но они стали бегать от него по всему загону. Он их пытался подогнать к открытой дверце, но они пробегали мимо. «Боятся», – сказал председатель радостно. Козлатур замер и, не отрываясь, смотрел в сторону большого загона. Он смотрел, вытянув шею, и принюхивался. Время от времени у него вздрагивала верхняя губа, и тогда казалось, что он скалит зубы. «Ненавидит», – сказал председатель почти восторженно. «Пойдем», – сказала девочка, – «я боюсь». «Не бойся», – сказал мальчик, –
Он сейчас будет драться. Я боюсь, он дикий, сказала девочка рассудительно и прижала початок к груди. Он один сильнее всех, сказал мальчик. Агроном неожиданно тихо засмеялся и, вынув из кармана огурец, сломал его пополам и протянул детям. Девочка не сдвинулась с места, только крепче прижала свой початок к груди. Мальчик осторожно, осторожно бочком подошел и взял обе половины. «Пойдем», — сказала девочка и посмотрела на початок. «Кукла тоже боится». Видимо, она напоминала ему о старой игре, чтобы отвлечь от новой. «Это не кукла». «Это кукуруза», – сказал мальчик поспешно, разрушая условия старой игры во имя новой. Теперь и он чмокал огурцом. Девочка от своей половины отказалась. Наконец шофер, чертыхаясь, вогнал коз в загон и прикрыл дверцу. Козлатур в бешенстве ринулся на них. Козы рассыпались по загону. Козлатур догнал одну из коз и ударом рогов опрокинул ее. Она перевернулась через голову, крякнула, но тут же вскочила и пустилась на утек. Козы бежали вдоль плетня, то рассыпаясь, то вновь сбиваясь в кучу. Козлатур гнался за ними. Ударами рогов разбрызгивал их по всему загону. Козы бежали, топоча и подымая пыль, а Козлатур внезапно резко затормозил и некоторое время, следя за ними розовыми глазами, бросался на них, выбрав угол для атаки. «Ненавидит!» – снова воскликнул председатель, восторженно цокая. «Ему царицу Тамару подавай!» – крикнул шофер. Он стоял посреди загона в клубах пыли, как матадор на арене. «Хорошее начинание, но не для нашего климата!» – крикнул председатель, стараясь перекричать топотню и голоса блеющих коз. Козлатур свирепел все больше и больше. Козы метались по загону, то сливаясь, то рассыпаясь в стороны. Наконец, одна коза прыгнула через плетень и свалилась в большой загон. Другие сейчас же ринулись за ней, но страх мешал им соразмерить прыжок, и они падали назад и снова бежали по кругу. «Хватит!» – крикнул председатель по-абхазски. «А то эта сволочь перекалечит наших коз! Чтоб я его съел на поминках того, кто это придумал!» – крикнул шофер по-абхазски и ударом ноги распахнул дверцу загона. Козы сейчас же ринулись туда и запрудили узкий проход, блея от страха и налезая друг на друга. Козлатур несколько раз с разгону налетал на это, сцепившееся, рвущееся и застрявшее в узком проходе стадо, и ударами рогов вколачивал их в большой загон. Шофер с трудом отогнал его. Козлатур долго не мог успокоиться и бегал по загону, как разгоряченный лев. «Ну, теперь пойдем», – сказала девочка мальчику. «Он один всех победил», – объяснил ей мальчик. И они пошли по дороге, бесшумно перебирая пыльными загорелыми ногами.
«Ненавидит», – повторил председатель, как бы восторгаясь надежным упорством Козлатура. Мы сели в машину и поехали назад, к правлению колхоза. Машина остановилась в тени грецкого ореха, агроном остался в машине, а мы вылезли. Старики сидели на своем месте. Бахтанг Бутё, сияя белоснежным костюмом и розовым добродушным лицом, стоял возле новенького газика. Увидев меня, он пошел навстречу, шутовски растопырив руки, словно собираясь принять меня в свои объятия. «Блудный сын вернулся!» – воскликнул он. «В тени столетнего ореха его встречает Вахтанг Бутё и сопровождающие его старейшины села Ореховый Ключ. Целуй, край черкесский, негодяй!» – добавил он, сияя солнечной жизнерадостностью. Рядом с ним стоял молодой парень и восхищенно смотрел на него. Вдруг я вспомнил, что он может со мной заговорить по-абхазски, и, схватив его за руку, отвел в сторону. «Что такое, мой друг, интриги?» – спросил он, радостно загораясь. «Делай вид, что я не понимаю по-абхазски», – сказал я тихо. «Так получилось». «Понятно», – сказал Вахтанг. «Ты приехал изучать тайные козни против Козлатура. Но учти, после моей лекции в селе Ореховый Ключ будет обеспечена сплошная козлатуризация», – завелся он, как обычно. «Кстати, это неплохо сказано. Козлатуризация! Не вздумай употреблять раньше меня. Не бойся, — сказал я, — только молчи». «Вахтанг умеет молчать, хотя это ему недешево обходится», — заверил он меня, и мы подошли к председателю. «Я надеюсь свои лекции разбудить творческие силы вашего колхоза, если даже не удастся разбудить вашего агронома», – обратился Вахтанг к председателю, подмигивая мне и похохатывая. «Конечно, конечно, это интересное начинание, товарищ Вахтанг», – сказал председатель уважительно. «Что я и собираюсь доказать», – сказал Вахтанг. «Какое ты имеешь к этому отношение? Ты же историк», – сказал я. «Вот именно», – воскликнул Бахтан, – «я рассматриваю проблему в ее историческом разрезе». «Не понимаю», – сказал я. «Пожалуйста», – он сделал широкий жест, – «чем был горный Тур на протяжении веков?» «Он был жертвой феодальных охотников и барствующей молодежи. Они истребляли его, но гордое животное не покорялось и уходило все дальше и дальше на недоступные вершины Кавказа, хотя сердцем оно всегда тянулось к нашим плодородным долинам». «Заткнись», – сказал я, – «я продолжаю». Вахтанг похлопал себя ладонями по животу и, любуясь своей неистощимостью, продолжал. «А чем была наша скромная, незаметная абхазская коза? Она была кормилицей беднейшего крестьянства». Оба старика с уважением слушали Вахтанга, хотя явно ничего не понимали. Тот, что был с посохом, даже забыл про свою лунку и, важно, слушал его, слегка загнув ухо так, чтобы речь удобнее вливалась в ушную раковину. «С ума сойти, как говорит», – сказал тот, что был с палкой. «Наверное, из тех, что в радио говорят», – сказал тот, что был с посохом. «Но она
«Наша скромная коза», — продолжал Вахтанг, — «мечтала о лучшей доле. Скажем прямо, она мечтала встретиться с Туром. И вот усилиями наших народных умельцев, а талантами наша земля богата, горный Тур встречается с нашей скромной, домовитой и в то же время прелестной в самой своей скромности абхазской козой». Я заткнул уши. «Видно, что-то неприятное напомнил. Ишь, как закрыл уши!» — сказал старик с палкой. «Наверное, ругает, что плохо лечит козлатура», — добавил старик с посохом. «Я этих козлатуров в горах убивал сотнями, а теперь за одного ругают». «У них тоже какие-то свои дела», — заключил старик с палкой. «Интимным подробностям этой встречи и посвящена моя лекция», — закончил Вахтанг и, вынув платок, промокнул им повлажневшее лицо. В это время к председателю подошли какие-то лохматые парни городского типа. Оказалось, что это монтажники, которые проводят сюда электричество. Они вступили с председателем в долгий, нескончаемый спор. Оказывается, какие-то виды работ не учтены в смете. И ребята отказывались работать до того, как правильно составить смету. Председатель старался доказать им, что не следует бросать работу. Нельзя было не залюбоваться мастерством, с каким он вел спор. Разговор шел на трех языках, причем с наиболее задиристым он говорил по-русски, на языке законов. Тихого кахетинца, который почти ничего не говорил, он сразу же отсек от остальных и говорил, отчасти как бы ссылаясь на него. Иногда он оборачивался в нашу сторону, может быть, призывая нас в свидетели. Во всяком случае, Вахтанг солидно кивал головой и бормотал что-то вроде: «Безусловно, вы погорячились, мои друзья, я это выясню в министерстве». «Много ты лекций прочел?» – спросил я у Вахтанга. «Заказы сыплются. За последние 2 месяца 80 лекций, из них 10 шефских, остальные платные», – доложил он. «Ну и что говорят люди?» «Народ слушает. Народ осознает», – сказал Вахтанг туманно. «А что ты сам об этом думаешь?» «Лично меня привлекает его шерстистость». «Кроме шуток, козлатура надо стричь», – сказал Вахтанг серьезно и, внезапно расплываясь, добавил: «Что я и делаю!» «Ну ладно», – остановил я его, – «мне пора ехать». «Не будь дураком, оставайся», – сказал Вахтанг полголоса. «После лекции предстоит хлеб-соль. Ради меня они зарежут последнего козлатура». «С чего это они тебя так любят?» – спросил я. «А я обещал председателю устроить с удобрением», – сказал Вахтанг серьезно. «Я это действительно сделаю». «Какое ты имеешь отношение к этому?» «Мой мальчик», – улыбнулся Вахтанг покровительственно. «В природе все связано. У Андрея Шаловича племянник поступает в этом году в институт, а твой покорный слуга – член приемной комиссии. Почему бы председателю в райисполкома не помочь хорошему председателю? Почему бы мне не обратить внимание на юного абитуриента? Все бескорыстно для людей».
Председатель уговорил ребят продолжать работу. Он обещал им сейчас же вызвать телеграмму из города инженера и установить истину. Они понуро поплелись, видимо, не слишком довольные своей полупобедой. Председатель тоже заторопился. Я попрощался со всеми. Старики сделали вежливое движение, как бы приподнимаясь проводить меня. «Рейсовая машина уже прошла, но мой шофер довезет вас до шоссе», – сказал председатель. «Мой тоже нет, кажется», – вставил Вахтанг. Председатель подозвал своего шофера. Мы сели в машину. «Боюсь, как бы он против нас не написал какую-нибудь чушь», – сказал председатель Вахтангу по-абхазски. «Не беспокойся», – ответил Вахтанг. «Я ему уже дал указание, что писать и как писать». «Спасибо, дорогой Вахтанг», – сказал председатель и добавил, обращаясь к шоферу. «Там, на шоссе, зайди и напои его как следует, а то журналисты, я знаю, без этого не могут». «Хорошо», – ответил шофер по-абхазски. Вахтанг расхохотался. Ну вот, на этом завершим. А что будет дальше, узнаем ровно через 2 недели.